Nokia 6500 Classic. Разбор. Nokia 6500 Classic – модель 2007 года. Это первый телефон Nokia с толщиной корпуса меньше 1 см. Дизайн модели классический, без вычурных элементов, стильный и аккуратный. Акцент сделан на материалы корпуса, а именно на анодированный алюминий и полимеры. Разбор аппарата начинаем с верхней части. Отверткой отклеиваем рамку и стекло камеры. Они держатся на скотче. Затем металлической лопаткой поддеваем верхнюю панель и снимаем ее. Пальцами вынимаем антенну Bluetooth. Далее снимаем по направлению вверх дисплейную панель. Металлической лопаткой аккуратно отщелкиваем рамку с дисплеем. Загибаем дисплей на клавиатуру и откручиваем все винты. Далее при помощи металлической лопатки снимаем рамку, в которую вкладывается дисплей, придерживая нижний шлейф. Затем отстегиваем дисплей. После всего отгибаем фиксатор и снимаем зарядный шлейф. Металлической лопаткой отщелкиваем коннектор шлейфа клавиатуры, коаксиальный кабель и снимаем системную плату. Верхняя часть аппарата разобрана. На системной плате находится радиоблок, процессорный блок, разъем верхнего шлейфа, разъем дисплея, разъем подложки клавиатуры. С обратной стороны находятся контакты АКБ, SIM-держатель, память телефона, часовая батарейка. Начинаем разбор нижней части аппарата. Снимаем корпусную клавиатуру. С помощью отвертки сдергиваем заглушку, поднимаем коаксиальный кабель и снимаем антенну, которая держится на защелках. Подложка клавиатуры приклеена, и снять ее не так-то просто. Начинаем отклеивать подложку с загнутой части и до конца. Нижняя часть аппарата разобрана. В верхней части снимаем накладку, полифон и вибромотор. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia 6500 Classic посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.